На конкурс дети читают стихи. На Сибулина Арина, 8 лет. Александр Сергеевич Пушкин у Лукоморья. У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все бродит по цепи кругом. Идет направо, перед заводит, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы неведомых зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дом, видение полное, там о заре приходят волны, на бред песчаный и пустой. Там 30 ветвей прекрасно, чертой из волн выходят ясно, и с ними дядька их морской, там королевич мимоходом, пленяя грозного царя. В облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тушит, а бурый волк ей верно служит. Ступа там в боегой идет, придет сама с собой. Там царь Кощей на златом чахнет, там грустью, там грустью пахнет.